Летние цветущие поля – это прекрасно, но когда цветет снотворный мак, это еще и опасно и незаконно. Эту красоту полиция уничтожила, владельца будут судить. Теперь вместо запрещенных цветов он будет нюхать обыкновенные, красивые. Правду говорят, что богатство и бедность всегда рядом. Туристы, гуляющие по Аркадии, свернув лишь один раз не туда, оказались будто в другом городе. Развалины, бездомные и мусор. Эта часть Аркадии, как остальные, дарит людям массу эмоций. Вот только совсем других. Водителю было очень лень спускаться к морю, поэтому постарался подъехать как можно ближе. С парковкой там были проблемы, но место все же нашел. Оставил свою машину на антипарковочном столбе. Домой пошел пешком. Двое мужчин из Кельи за один день ограбили квартиру, магазин и знакомого. В чужом жилище взяли мультиварку, в магазине еду и алкоголь, а у знакомого телефон. Последний, видимо, понадобился, чтобы пригласить гостей на званый ужин. Но приехала полиция, причем без приглашения.